Всем привет! Добро пожаловать на мой канал о рукоделии. И я сейчас распакую вот этот пакет с покупками с интернет-магазина для рукоделия всяких товаров. И давайте посмотрим, что там внутри. И давайте начнем с этих вот мелких разных штучек, что тут есть. Вот такие уголочки для блокнотов, люверсы и кольцо для альбома. Они идут в пара в комплекте, и я планирую сделать такой детский нежных тонах альбом и специально выбрала такого вот цвета. Дальше такой вот чипборд с очень милым окошечком для новогодней открыточки. Такие вот жемчужинки на клеевой основе. Это полубусины, и они на клею. Дальше пудра флок для создания такого бархатного эффекта. Взяла красный цвет. Сейчас на Новый год создавать разные открыточки, поделки интересные будет. Очень интересно попробовать, как это работает. Дальше чипборд. Вырезка такая вот под декор бабочка. Взяла ее с планом задекорировать как украшение на елочку. Очень мне нравится такая форма. Дальше взяла такие вот дропсы перламутровые. Такого вот кораллового и такого нежно-бирюзового цвета. И взяла глянцевый, и взяла глосси эффект. Это для покрытия также определенных элементов и придания им глянцевого блеска. Так, с мелочами все. Дальше это заготовочка под альбом 10 на 15, такой вот небольшой. И дальше пошли дальше салфетки такие вот. 10 штучек в наборе. Набор такой вот бумаги. 15 на 15, 12 листов. Вот так, с такими дизайнами очень милыми. Дальше два набора 20 на 20. Я собираюсь сделать альбом для малыша. И вот эти два комплектика для этого альбома я буду использовать. Это такие вот динозаврики. Очень милые. И такие вот детские дизайны, очень милые тоже. Дальше я взяла несколько заготовок под открытки таких вот. Дизайн такой зимний. И также я взяла очень много. Эта бумага была поштучно, я ее выбирала. И, то есть это не набор. И сейчас я вам покажу, какие там бумаги. Такой вот набор снеговичков и бумага. Я брала несколько таких, взяла листов с стиле urban design или steampunk, что-то такого вот плана. Вот такие очень интересные текстуры. Это такая вся под ржавчину с такими вот интересными деталями. Это такие вот очень милые птички. Это такой традиционный новогодний лист. Будет классно его также использовать для открыток. Я люблю с такими вот элементами. Это в продолжение темы стимпанка. И это у нас двухсторонняя. Это какая-то коллекция, называлась фотоархив коллекция называется такая. Это еще предложение стимпанка. Это тоже такая мужская тематика, она также двухсторонняя. Это также такой металлический дизайн. И тут мне очень понравились вот эти микросхемы, очень классные. Уже также есть идея для открытки в эту тематику. Такая вот двухсторонняя бумага. Это еще также коллекция фотоархив.
такая вот. Это такая с вдохновляющими фразами одна сторона, а вторая такая. Я думаю, их можно использовать какую-то часть отсюда, какую-то часть с другой стороны. Это такая в стиле. Вот такая коллекция, такое метро. И тут с этой стороны также рельсы и такая текстура. Механические иллюзии. С этой стороны такие вот. С этой стороны я выбрала ее из-за этого уголка. И очень мне понравился дизайн вот этот. Я не знаю, куда его применю, но мне он очень нравится. Вдохновленная этой покупкой и, в принципе, для чего я это все заказывала, я планирую сделать альбом для малыша. Планирую сделать несколько новогодних открыток из этих покупочек и несколько открыток для мужчин. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на новые видео, чтобы увидеть, что я со всем этим буду делать. Всем пока!